Доброго времени суток, ребята. Бакланы на месте. Это хороший знак. У нас минус 2. Прохладно. Иний везде. Чак. Чакушка в боевом настроении, я тоже. Мы уже морально готовы. Ой, в общем, Чаку нужно быть натощак, ничего не кушать 8 часов перед УЗИ. Вот так что будем соблюдать эти правила, и Чакушка меня будет ждать дома. Вот я на работу, и потом быстро все делаем и постараемся фрагментами вам поснимать. Вот такие дела, ребятки. Все. Ребятки, мы готовы. Чакушку, смотрите. Ну, вышел. Видите, трясется. Но это от холода немножечко он трясется. Сейчас мы его посадим вот в эту сумочку, а еще закутаем. То есть Чакушке будет тепло. Все. Все хорошо сегодня у нас получается пока. Все. Поехали. Все, ребятки. Чак готов. Вот, видите, он в сумочке такой стоит. Потом сверху еще закроется покрывашечка. И все будет холосо. Все, Чакушка, поехали. Пока. Вперед. Вот, ребят, доехали. Представляете, без 15:02. То есть опять мы летели, опять зеленый свет нам везде попадал. Ну, а вот она, эта клиника. Pet Care. Вот сюда пойдем. У нас еще есть время немножечко в туалет сходить. Как раз перед УЗИ надо освободиться. Чакушка! Смотрите. Он уже не трясется. Все хорошо, согрелся. Там шапочка у него. Все, сейчас пойдем в туалет. Сейчас, сейчас. Маленький мой. Приехали. Поверите, телефон у меня сдыхает. Ну, в общем, мы в клинике, нас уже ждут, ждали. Вот. Наверное, здесь будет. Нет, наверное, не здесь. Но это большая клиника. Это приемная. А где будут делать экографию? В другом месте. Чак фермо. Di San Pietroburgo mi parlano proprio tutti. E che freddo. Vabbè. Andiamo in estate. Браво, Чакина, браво. Браво, amore, ma браво. Sei bravissimo. Браво. Ну, vedi che sei rilassato, amore. Браво. Браво. Sì. Ну, dai, come la vici. Нет, Чакушка, молодец. Все выдержал, скромный парень. Вот тут немножечко ему подстригли, вот, побрили. Ребят, потом все расскажу. Вот такой мальчик, молодец. Умненький, хороший. Да, маленький. Смелый мальчик. Без всяких проблем, молодец. Эко, море. Ребятушки, я на вилле. Чака забросила домой. Чак уже дома, отдыхает. Бросила ему печенек немножко покушать. Он же сегодня не кушал ничего. Все, пусть отдыхает, а я бегом на виллу. Успела на работу. Вот такой зимний пейзаж. Холодный. Ух, чувствуется уже холод. Солнышко садится. Ребят, сегодня даже солнышко было. День позитивный. Расскажу быстренько, что же было с Чаком. В общем, ребят, вот солнышко садится, как раз и рассказываю. Как солнышко садится, буду показывать. В общем, ребят, хорошая новость в том, что внутри яичка ничего нет. То есть это
сверху на коже. Новое такое образование, такой узел. Новообразование. Ну, то есть удалять надо, это конечно. Но просто не резон удалять только как бы этот узел на коже. Чаку все-таки 9-й год жизни, то есть уже такой возраст, что эти новообразования могут перерождаться. Поэтому нет гарантии, что если вырежут этот узел, и нет гарантии, что опять что-то не появится. Поэтому лучше удалять все, то есть кастрация, будет кастрация. Но у Чака все чисто, все хорошо. Даже простата чуть увеличена, но это нормально по возрасту. Все-таки Чаку уже 9-й год. В общем, мочевой пузырь, все в норме, все хорошо, ребят. Вот. Так что будем делать кастрацию где-то в феврале. Не спеша, потому что спешки нет. Как раз студия, клиника доктора Клауди откроется. Вот так как пока у нее своего места еще нету. Вот, ребят, солнышко село, все. Ну и я свой рассказ тоже как бы закончила. В общем, ребят, все хорошо. Всех благодарим. Большое спасибо за поддержку огромную, за то, что придали силы нам. Это было очень нужно. Спасибо большое, ребяточки. Вот. Покажу Чакушку, когда домой приеду. Вот такой небольшой мой рассказ, коротенький. Все хорошо. Ну вот, ребяточки, я дома наконец-то. Был длинный день сегодня. Чакушка уже тоже погулял, поиграл с колечком. Хочу показать, как там сегодня нам выбрили. Вот тут у него выбрили. Вот так вот. А, Чак? Ну, Чак хорошо себя вел, молодец. Достойно. Молодец. В общем, ребяточки, можно как бы вздохнуть. В феврале сделаем уже в клинике у доктора Клауди. Вот. По стоимости будет стоить где-то сама операция 180 евро. Ну и плюс потом биопсия. Ну, в общем, где-то 230, ну, около 250 евро, скажем так. Но, в общем, доктор Клаудио сказала, что сделает сконто. Ну, то есть, немножко меньше. Я надеюсь. Она же Чакушка, Чакушку с детства знает. Скажем так, по знакомству чуть-чуть дешевле. Ай, прям как гора с плеч, ребят. Так хорошо. Такое спокойствие. Вот Чакушка проголодался. Сейчас такой перекус. Вот такие печенюшечки. Нравится, да, Чак? Вот такие классные печенюшечки. В форме. В форме такой косточки. А, еще сказала, что перед операцией сделаем еще сердце, проверим кардиограмму для анестезии, посмотреть, все ли в порядке. Вот. И Чак проведет сутки в клинике. Ну, в каком плане? Не сутки, целый день. Скажем, утром сделают операцию и заберу я его потом вечером, часов 8. То есть будет он там. Под присмотром Клаудии, доктора Клаудии. И я попрошу ее, чтобы она мне видосики сделала. Как там Чакушка лежит, чтобы мы тоже знали. Потому что я предложила, я думала, если он будет ночью в клинике, я говорю, а можно мне с ним сидеть? Она говорит, да не, не надо. Все будет нормально. Говорит, я за ним посмотрю. Так что целый день он будет в клинике под присмотром.
после анестезии будет отходить, все. И вечером можно будет ехать забирать чакушку. Постараюсь попросить сеньора Иво, чтобы на машине. Ну, если нет, в крайнем случае такси возьму. Вот такие дела. Чакушка еще раз, ребят, всех благодарит. Я благодарю. Спасибо большое. Мы очень счастливы, что вы у нас есть. Действительно, была огромная моральная поддержка, ребят. Вот это наше чудо. А? Вот это наша креатура. Чакуша. А так, в общем, сказали, что собака здоровая. Видно, что прям здоровье хорошее у него. Ну, а вот эти наросты всякие, уже с возрастом бывает такое. Вот эти новообразования. Ну, ничего. Вот, удалим все. И Чак будет жить здоровым и радоваться жизни. Ну, вот, ребяточки, все рассказала. Все, всем пока. И до новых встреч. Пока.